центре оказалось на одну. Ну ладно. Смотрите, что вам рассказать. Проблема, что действительно, кроме того, сейчас вообще ничего нет. Сейчас какое-то, блин, такое выбитое вообще на год. Пошла учиться, кто не знает, на вторую степень. Года 4. Года 4 месяца в хайпе. Ну так, это что такое быстрое такое какое-то. Вот. Прикольно на самом деле. Если бы не экзамены, так, наверное, прикольно было бы. То есть так, в принципе, учиться ничего так интересно, такие вообще. Вообще очень прикольно, что все Мартины или профессора, или доктора, то есть вот на уровень такой очень классный, причем, ну, в целом уже не там. Вот, уровень очень-очень прикольный и очень интересный. Действительно, особенно такие, которые пришли с какого-то, ну, с опытом работы. У вас время. Спасибо, минута два. Доброе утро, город. Авиатор Красный. Смотрите, очень интересная тема про учебу, потому что я сейчас тоже учусь. Мне вот близка речь первого игрока. И как раз вот мы рассуждали только что на балконе, там о том мафии, вот мы говорили о потерянном времени, да, то есть обучаться всегда это время впрок. Это большие плюсы, поэтому это очень классно. Мне понравился эмоционал. Вообще мне понравилось то, что с юмором подходите, потому что иногда бывает так тяжело, что только юмор привлекает. Ну, плюс, конечно же, очень много нового и интересного всегда узнаешь. Я, например, когда играю в мафию, для меня каждая мафия, ну, пока что, это какой-то новый колоссальный опыт, это потрясающее познание себя и своей природы. Поэтому я желаю, чтобы мы все не теряли время, когда мы собираемся за этим столом, мы проводили его с пользой и в удовольствии. И я не возвожу в культ. Спасибо, минута три. Ну, я не знаю. Я так не думаю. Как вы тут показали. Я сейчас поиграю с господином Дизелем. Он сказал мрр. Я сижу и думаю, как же мне прервать эту красоту? Как же мне прервать? Потом меня все въедут. Думаю, я не хочу поддерживать. Смотрите, позиция такая. С одним я поставлю за скобками. Я в сомнении. Чтобы вы все выиграли эту игру, госпожа Джессика. Она на одну игру пришла. Да? Если черная, чтобы все играли с ней. Я с вами на следующем кругу играю, если что. Пока я вас ставлю за скобками, не слушайте их никого. Если вы красная, играйте со мной. Если вы черная, я тоже с вами. Пусть, смотрите, два возьму. А что вы думаете? Стреляем один? Да вы чего? У вас сердца нету. Вы чего? А чего вы? Один-два думаете? Что-то я один так. Попели, сломаем. Мне давайте жизнь, скажите. Спасибо, минута 4. Доброе утро, город. Джей, красный игрок. Поиграю с игроком номер один. Эмоционал хороший. Все ровненько, красивенько. Строчкой поиграю тоже. То есть, хотя речь была немного запутана, но у пацана по эмоционалу все было ровно, все было красиво. Мне понравилось. С двоечкой за скобочками. За скобочками. Речь была немного не такая, как у вас обычно, когда вы красный игрок. Удачи красному городу. Спасибо, пацан. Спасибо. Минута 5. Доброе утро, город. Игрок номер 5, красный. Я, как бы мне все речи понравились. Правда, у четверки была чуть-чуть короткая речь. Я поиграю 1-2-3. Для меня самый красный 3-1-2. Смотрите, я тоже тут прихожу, играю в удовольствие. Поэтому победу красному городу. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Минута 6. Я не понял, за что вы вот ехали. Да, не понял. Вы за скобками там оставили. А мне показалось, что у нее очень хорошая речь. Вот, я даже показал два красные. Вы сказали при этом, что вы не согласны с этим. А сейчас говорите, что вы в нее не въезжали. То есть она красная, но вы не согласны с тем, что я показал, что она красная. Мне непонятно. Вот это игрок номер 3. Вы все назвали единицу красной. Можно вполне поиграть 1-2. Где один это ваш цвет. Вы, напомните, вы поиграли с единицей? Поиграли. Вот, значит, единица это ваш цвет, мой цвет это двойка красная. Что вот здесь вот 3, 4, 5, не знаю, больше всего не понравилось, мне тройка. Я только что озвучил за что. Спасибо, пас. Спасибо. Минута 7. Доброе утро, город. Очень сложная ситуация. 6 ангелочек. 6. С кем я точно поиграю? Я возьму 1-2, потому что были очень ровные красные речи.
нет никакого волнения. Очень хорошая выбранная тема. Мне не понравилось, что четверка поговорил мало, но я сам иногда так делаю, из-за того отсутствия, потому что на четвертом номере особо не поговоришь. Надо выбрать команду, а так как ее немного поговоривших, приходится выбирать из того, что есть, то их всего трое. Поэтому вас я просто ставлю за скобку, я хочу вас еще раз. Ну вот. Поиграю с этим. 10 секунд. Не могу никого. Спасибо. Спасибо, минута 8. 1, 2, 3. Такая вещь. 1, 2 очень хорошие речи. Я показал, как, конечно, с тренером гладить или лучше выставим, сломаю в нее, чтобы еще надежнее. Но сам посадка. Ну, это классика. У нас теперь 1, 2 мне понравилось больше, просто по эмоциям. 3 мне понравилось вот с этим вот смур с девяткой, с очень приколом, поэтому даже забыл, что поиграю с 9, я поиграю потом с 3. 4 очень короткая речь, прям совсем короткая речь. Вы не можете никому понравиться. Ну и вы понравились пятерке, потому что за короткую речь. То есть, да, если речь хорошая, но она короткая. А пятерка говорит, а здесь все хорошие. И у семерки вообще еще больше всех хороших. Поэтому смотрите как. Ну, 6, несмотря на то, что он как бы влазит на тройку, я понял, почему вы влазите, я просто не согласен. Вот и все. Но я согласен с тем, что двойка больше по красному. Поэтому пока что 1, 2, 3, 6 я играю. 4 из-за короткой речи вы можете попасть на проверку, но я не думаю, что проверка 4 будет полезна в данной ситуации. Проверка на между 5 и 7, я думаю, пока что. Потому что 7 просто самый черный, у вас все там хорошие. То есть вы говорите, а значит здесь все плохие. Он сказал, там все хорошие. А потом перечислил, с кем он поиграет побольше. Как бы, но тем не менее, он сказал, что там у него все ангелочки сидят. Мне это не понравилось. Мне не понравилось 5, мне не понравилось 7. 5, потому что вам понравилось 4. Ну вот я, например, выделил, что для меня за короткую речь четверка почернее, пятерка. 10 секунд? Что, 10 секунд? Это важно. И четверка очень-очень короткая речь. За это как бы с ним сложно поиграть. Нельзя сказать, у вас хорошая речь. Пятерка его берет безапелляционно. Да, спасибо. Минута 9. Доброе утро, коротко. Еще кроме этого я хочу добавить, что вы же поиграли ту же позицию, что и шестерка, а шестерку не взяли. Это же очень подозрительно. Кроме того, что у вас тут 3 черных осталось. Вот. Один я хотел оставить за скобками, честно говоря, но та команда, которую я хочу взять, все играют с вами, меня не поймут. Поэтому я играю 1, 2, 6, 8 точно, 3 я нашел красный, но 3 мне, ну нельзя ж стоять как бы между окопами, вы готовы, типа, с ней, вы не поняли, черный это игрок или красный, но вы априори с ним играете. То есть мне как-то это, вы определитесь, а я потом с вами поиграю. Да? Вы говорите, даже если вы черный, я буду с вами играть, или вы красный. Вот вы играла. Я не хочу, я 3 красных проигрыша у меня, я хочу красным победить. Вот, поэтому я пока играю 1, 2, 6, 8, 4 короткая речь, 5, вообще там оговорки у него были, 5 красный игрок. Спасибо, минута 10. А мне в единице речь так себе не очень понравилась, она была на повторах, вообще не очень так. А двойка говорит, такая хорошая речь, лезла в вену к ней изо всех сил, поэтому двойка мне как-то... Но настолько было слащаво, так что я вот это вот мур очень хорошо поняла. И с тройкой я согласна, например, на то же самое сказала. Поэтому я с тройкой поиграю. Между 1 и 2 для меня 1 все же покраснее, потому что 2 есть плотнее вен, значит 1, возможно, покраснее. Я не говорю проверять 2, я говорю, с кем я играю. У четверки речь хорошая, но короткая, отметили. Пятерка сказала, что у четверки хорошая, но короткая речь. У самого речь тоже была короткая. Ну, ладно, 5 выделил тройку как самое красное. Я тут играю, получается, по позиции. 6 говорит по красному, позиция мне совершенно не подходит. Но 6, тем не менее, я считаю красным. 7 очень подозрительный, потому что поиграл по позиции шестерки, его не взял. А то, что у него там все ангелочки, это мне как-то вот меньше как-то зацепило. Поэтому 8. Да. Спасибо. Итак, по нулевому кругу никто не был выставлен. Город уходит в ночь. Thank you.
плохо, недоброе для города, стреляли, попали. Игрок номер 3 у вас не прогоняет. Избегает жестикуляции. Лучше ход попробую оставить и проанализировать. Я оставляю 8 в лучшем ходе. Это первое. Почему? Потому что мне ваша речь, знаете как, речи были хорошие, но они были немножко передвинутые. И я вот все время смотрела на десятку, потому что десятка, она в таких вещах, она очень чуткая. Если она сидит красная, у нее сразу начинают глаза открываться. Если она сидит черная, то она так это. И десятка начала на вас вроде глаза открывать. Ну, смотрите, хорошо, я вас оставляю в лучшем ходе. Семерочка пойдет. Четверка. Знаете как, четверка и двойка. Я скажу почему. Потому что не здесь, я видела разноцвет. Вы с ней не играли, а вы его давали на проверку. Это то, что я между вами сидела и видела. Наверное, специально меня отстрелили, чтобы вам я не мешала коммуницировать. Спасибо, попрошу. Кто открывает игрок номер 2? Доброе утро, город. Выставляю на голосование игрока номер 10. Если принято. Сейчас объясню почему. Потому что вы уже начали подготавливать почву для того, чтобы меня топить. Мне ваша речь показалась банально черной. Вы сказали такие какие-то... мне даже обидно стало. Что значит верно? Ну, право дело. Ну, что же по-вашему? Как это все? Я живой человек. Доброе слово другому человеку сказал. Все же было культурно и мило. Куда верно? Поэтому за это вот предлагаю выставить. Потом насчет... убиенного всего. Ну, я понимаю, что тройку традиционно стреляют. Но смотрите, это ведь опрометчиво как-то вот заводить голову, например, с игроками, которые еще не поговорили. За мурлыканье, но у нас ведь здесь не кружок, я люблю котенка. У нас здесь мафия, звездная игра. Как можно играть вот так вот? Поэтому я против завещания. Играю 6. Насчет восьмерки тоже. Я не знаю, нормально все. Поговорил все четко. И у вас время... Одну минуту, подождите, я хочу сделать замечание этического характера, что вы немножко обвинили госпожу Мирабель в каком-то... Дело в том, что это выражение «лесбиена» — это стандартное мафиозное выражение, оно используется и не несет никакого оскорбительного контекста. Прошу прощения, продолжаем игру, это на будущее, что это не является оскорблением. Пожалуйста, минута 4. Окей, чисто, естественно, по географическому принципу. Конечно, вынести тройку, и мы с двойкой, то есть получается мафия. Но если я, то есть оставлял ее за скобками, вообще какой смысл мне влезать в нее? Нет никакого смысла, это раз. Значит, по позициям. Мне понравилась десятка, значит, потому что она сразу поиграла с троечкой, и мне она, троечка мне тоже понравилась потенциально. Поэтому завещание немножко, совсем немножко не согласен. Значит, дальше по столу. Насчет выставления семерки. Конечно, я хотел бы послушать более единицу, потому что она завершающий ход. Но пока я выставлять на этом ходу никого не буду. Значит, играю с десяткой. 10 секунд. Играю с десяткой. Значит, семерочка пока за скобкой. Пока играю только с десяткой. Спасибо. Спасибо, минута 5. Так, доброе утро, город. Смотрите, мне не понравилось. 8 чем? Тем, что вы сказали, что я четверку взял в команду, я его не взял в команду. В принципе, на меня наехали, как сказать, правильно, что я обвинил четверку, что у него короткая речь, хотя у меня тоже короткая была речь. В принципе, правильно. Поэтому мне понравилась на этом ходу двойка, хотя я не понял, зачем вы десятку выстрелили. Вполне очень красная речь. Не знаю, что вы в ней нашли. Мне не понравилась семерка, и как бы... Восьмерка, я не хочу выставлять игрока номер 7. Смотрите, я не хочу восьмерку выставлять. У меня красный, просто на меня так въехали, что я взял четверку. Я не брал четверку с команды. Вот. Смотрите, мне на этом ходу понравилась двойка. Я поиграю 2, 6 и 10. Буду слушать единицу. И 8, 9, они как-то вместе против меня. Девятка тоже сказала, что я мало поговорил. Да, как-то мало поговорил. Четверка. Спасибо, минута 6. Ну, смотрите, я поиграю 2-8. Единицу еще послушаю. С вами играл, но я хочу послушать, что вы скажете. Пока что, в принципе, даже можно с вами поиграть.
Я вообще хотел с десяткой поиграть, но двойка проснулась, выставила 10. Мне это как-то не укладывается в моей логике. Вы просто так от фонаря. То есть, не, ну вы сказали, она сказала, что вы лезете в Вену, хорошо, мы это поняли, мы это услышали, как бы. Вы за это выставили? Ну, если за это выставили, то я поиграю 2-8-10. Вот, да, я тогда играю 2-8-10. Если только за это она выставила, я тогда не считаю, что среди 2-10 есть черный. Окей? А если надо выбирать, то двойка для меня краснее. 10 секунд. Теперь выставляю 5. 5 принято. О, отлично. А что 5 не выставил? Почему вы 5 не выставили? И у нас время. Спасибо, минута 7. Доброе утро. Полгорода мне высказало за то, что я поиграл 1-2, но при этом не поиграл 6, хотя он взял их команду. Но при этом, спустя 2 скипа, господин Дизель делает то же самое. Он берет 1-2, которым играю я, но при этом там не появляюсь я, и появляется 6-8. Это означает, что можно брать людей в отрыве от их команды, если тебе не нравится ее часть. Верно? Вы так и сделали. Я так же и сделал. Также вы высказали за то, что я не отметил никого черным. Я сказал, кто мне больше нравится, все остальные я оставил за скобками, потому что по-нулевому судить очень сложно, конкретно мне. Потому что речи с первой по пятую заготовленные, они все хорошие. Потому что в них нет никакого конструктива. Судить не по конструктиву, только по эмоционалу – это глупо. 10 секунд. Кто черный? Для меня сейчас двойка, потому что мне очень понравилась десятка на нулевом. И неоправданный въезд в нее. Я хочу услышать сейчас 10 и 1. И у вас время. Спасибо, минута 8. Смотрите, какая ситуация. Вот, вы берете 1-2, по-моему. 6 не берете. То есть вы не взяли, поэтому вас с девяткой посчитал черным. Раз вас посчитал черным, 1-2 ему нравится, 6 он берет по той же позиции, а вас не берет, потому что он уже посчитал вас черным. Именно из-за этого. Поэтому не то, что как бы он решил не брать всех, которые взяли. Он поэтому вас и выкинул. Выставляю игрока номер 7. Выставляю игрока номер 5. То, что 6-6 выставил игрока номер 5. Смотрите, проверка, скорее всего, пошла между 5 и 7. Вот так вот я вижу, что между 5 и 7 пошла проверка. Между 5 и 7 нашли какого-то черного. Или там, или там. То, что сейчас продуктивнее, я считаю, убирать 7, а проверять между 5 и 6. 6 выставил 5. Если 5 на самом деле уже проверены черные, то 6 можно не проверять, значит 6 точно красный. А если это еще не проверена пятерка, то можно проверить либо 5, либо 6, чтобы, может быть, найти равноцвет или еще. Спасибо, минута 9. Доброе утро, город. Ну, игрок номер 8 вам все объяснил, не надо мне повторять еще раз. Кого же я выбрасывал? Я взял тех же игроков, которые здесь 6 игрок. 1, 2, 6, 8. Притом 1 я не хотел брать, а только потому что 6 и 8 с 1 проиграли. Я 1 хотел оставить за скобкой. Потому что 1 мне не очень понравилась речь. Но только для того, чтобы присоединиться к этой команде. 5-7 выставление мне подходит. 2. Вот сейчас мне резануло. Вы же просили 4 на проверку. А проснулись, выставили игрока 10. Только из-за личной обиды. Из-за личной обиды, то есть не из-за позиции, а из-за того, что вам ее выражение не понравилось. То есть она поиграла хорошо, но как она сказала, и грубое выражение вам не понравилось. И при том вы подозревали игрока номер 4. Вот 5 и 7 игрок номер 8 я видел, просил на проверку, я просил на проверку, так что 5 и 7 выставление мне понравится. И продолжаю играть 2, 6, 8, 10. Спасибо, минуты 10. Смотрите, игрок номер 2, почву, чтобы вас въехать. С чего вы взяли? И даже если так, откуда вы знаете, в кого я собиралась ехать? Это как более подозрительный потуха. С вами я не поиграла, я с единицей не поиграла. Потом, если помните, я говорила, что 1-2 я не играю, при этом 1 для меня покраснее. Почему? Потому что 2 заигрывает единицу. То есть того, кого заигрывает, он покраснее. Точно так же в паре 2-6. 2 у меня выходило более красное, потому что 6 крышует двойку уже второй круг. Поэтому не собиралась я вас въезжать вообще. Дальше 4-5. Знаете, пятерка. У меня выставление, мне кажется, не слишком оправданное, я бы лучше проверила. 5 или 6, как 8. 10 секунд. 7 вам объяснили, что в чем я, тем более 9 объяснил, почему он не берет вас. Вы не объяснили, почему вы не взяли 6. Вы его с одной стороны не называете черным, с другой стороны не играете.
классно. Два, вот это вот сравнение действий было совершенно какое-то нелогичное, скажем так. Окей? Теперь дальше. Четыре какая-то такая вот речь, ну, вот, ни туда, ни сюда, никого не выставил, никого я боюсь, я еще не хочу, вот, ну, какое-то, не знаю, вот четыре я вас еще должна обслужить, но не очень, то есть вы для меня сейчас более серый. Теперь пять я попросила выставить семь, семь для меня и сейчас говорил плохо, и по моему любому, и сейчас говорил плохо, сейчас оправдывался, всю минуту просто оправдывался, окей, то есть семь для меня сейчас самый черный игрок за столом, пять выставил, семь, то есть если между пять и семь сейчас, не знаю, мне вот это вот, сейчас у меня вошло в плюс чуть-чуть. Теперь 6. 6 играет с двойкой. Двойки тут вот сейчас вот это вот нелогичное. Что? 6 выставил 5, да, 5 выставил 7. То есть у вас есть проблема. Да. Спасибо. Коротко останавливает жестикуляцию, переходит в зал суда. На голосование выставлены игроки. 10, 7, 5. Голосуется в порядке 10-7-5. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 10? 0 голосов принято, спасибо. Кто? Вам предупреждение, господин Джейк, вы не жестикулируете. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 7? Спасибо. И игроку номер 5 уходит 0 голосов. Пожалуйста, игрок номер 7, у вас минута. Если господин сказал, что плохо, я включу так. Спасибо. И город уходит в ночь. целая ситуация. То есть у нас, получается, определились две команды. Одна команда 2, 6, 8, 10, правильно? Так сказал Заратустра, да? 2, 6, 8, 10. Причем 2 с десяткой не играет. И десятка с двойкой. Так получается у нас. Значит, на этом кругу мне понравилась речь игрока номер 1. Значит, пожалуй, я возьму его себе в команду. Насчет выставления пятерки. То есть вторая получается команда 5-7. И как по-вашему, господин Ведьмак, кто третий маг, если он не ушел сейчас? Что? Я не понял, что это значит. 10 секунд. Надо поговорить. Хорошо. Я выставляю игрока номер 8. Спасибо. 8 принято, и у вас время. Пожалуйста, минута 5. Так, я не могу быть в команде семерки, я его выставил, за него голосовал. Okay. Смотрите, я выставляю игрока номер 2 на голосование. 2 принято. Потому что сейчас я остаюсь, потому что я шериф этого города. Я проверил двойку, потому что мне не понравилось, как вы выставили десятку, которая явно красная. Первую ночь я проверил семерку, он черный. Я в него и голосовал, и его выставил. Двойку проверил, потому что мне не понравилось, что вы в десятку топили, и поэтому я вас и проверил, пошел. Значит, 2-7 для меня черный. Кого проверить, город, просите. Вот. Все, пока для меня буду играть 1, 4 и 10. И 6, 9 буду и 8 смотреть. Спасибо, пас. Спасибо. Минута 6. С тобой, как вам? 5 минут? Я не понял.
поставить седьмой проверенный черный. Так у вас же критики нет. Зачем вы скрываете? Вот я не помню, зачем это произошло. Что здесь произошло? Ну, я не знаю. Вы думаете, седьмой черный точно? Уверенно? Ну, я с вами общаюсь, я думаю, вы красный. Вы думаете, седьмой черный? Больше черный. Ну, давайте сейчас пятого, потому что я не понимаю, зачем этот товарищ здесь скрылся. Что здесь произошло? Вот. Не совсем понятно выставление четвертого 8. Вы, знаете, почему вы выставили? Чтобы что? А сейчас вот вам пятый нравится? Не нравится. А 8 зачем выставили? Он же вам показывал, 5 выставляли. Передумали. Бывает. Бывает, бывает. Смотрите, я думаю, 10-я красная. Вот я поиграю 8-10. Надо играть аккуратно, но гибко. Я, поскольку, ну, вы, конечно, знаете моей информации, потом посмотрите видео. Для меня сейчас за столом 3 шерифа. Понимаете ситуацию? То есть мне куча народу повскрывалась, то есть я проверка с трех сторон, но не с трех, с двух, потому что один шериф, он проверил 7 и 2. Вы нашли двух черных, правильно? Вы нашли 7, вы нашли 2. Замечательно. То есть для вас критики нет, как стал игрок номер 6. Вы ставили игрока номер 5. Вы сейчас спокойно можете уходить. У вас черный ушел. Совершенно спокойно вы можете покинуть стол. Даже если вы настоящий шериф. Потом мы рассмотрим вашу версию. Вполне может даже снесем 2 по вашей версии. То есть есть вариант. Но пока что, судя по всему, у всех шерифов 7 черный. Потому что только один шериф скрылся, непонятно зачем. Вы могли даже не скрываться в таком случае. А 2 других сидят. Если Алексей ушел в черный, они будут сидеть. Как бы, да, мне еще 2 шерифа вскрыли. Это не нужно, если для них 7 черный ушел. У вас время. Спасибо, минута 9. Доброе утро, город. Ну, я вообще всерьез не могу рассматривать то, чтобы выносить игрока номер 5 единственного шерифа. Нет, больше шерифов не скрывалось, что за беспредел вообще выносить единственного шерифа. Критика, не критика, новый игрок, он даже не посчитал критика или не критика, он скрылся, выставляет игрока номер 2. Как черную проверку единственного шерифа. Я с вами играл. Нету больше шерифов. Мне не вскрывались еще шерифы. У меня другой информации нету. Для меня есть только один шериф, который пусть он криво играет, но он единственный. Он выставил свою черную проверку. У меня нету. Мне не вскрывалось еще 2 шерифа. Не знаю. Нету у меня информации. По информации, которую я имею, есть один шериф, у него 2 черных проверки. Я его черную проверку выставляю. И сейчас буду в нее голосовать. Или дайте мне еще информацию. Я хочу играть 2 версии. Но я в них играть не могу, потому что информации нет. Спасибо, пас. Спасибо, минута 10. А что, я согласна? У нас единственный шериф. Это восьмерка говорит, что ему там еще 2 собрались. Восьмерка может говорить. Но тем не менее, я думаю, что пятерка шериф, у которого найдено 2 черных, 7-2. И третий черный, который его выставляет, при том, что у игрока номер 6 тоже как бы единственный шериф. И у вас, вам тоже 2 шерифа еще стоит. 6 выставил 5, то есть, и у него есть какая-то другая информация. А это значит, что по версии 5 он третий черный, правильно? Правильно. При этом, да, что? 106, я не знаю, но возможно, что это шериф, который семерку тоже нашел черный, потому что ручку-то он поставил всем. Все шерифы, которые находятся за столом, поставили ручку всем. Что? Может уйти, я не против, пусть семерка проверяет дальше. Что 5? 5 черный, я не считаю. Что? У вас время. Спасибо, минута 1. Доброе утро, город. Смотрите, выставляет игрока номер 6. Смотрите, вот по нашей логике, да, сейчас 6, у него 5, якобы единственный шериф за столом, да? То есть он не шериф на самом деле. Но он, для него он сейчас единственный шериф за столом, и он его выставляет. Окей? То есть 6 черный игрок совершенно 100%, правильно? По этой логике. Настоящий шериф действительно сейчас нет смысла ему скрываться. Но 5 он не настоящий шериф, он черный игрок, потому что он скрывается, он же шериф. А 6, когда... 5 скрывается единственный, его выставляет. У 5 найдена вся мафия. 2, 6, 7. 6 выставляет единственного шерифа. То есть у меня сейчас или 5, или 6 должно уходить. Совершенно не важно, по какой это. Вот давайте сначала 6. Окей, сначала 6. 5 у нас якобы шериф. Окей, пусть пока что посидит. Не-не-не,
Вообще, два нет. Два красных. 100% красных, окей? У вас 5 и 6. У вас 6 выставлено сейчас 5, правильно? А что на проверке один смотрит? У вас фон, господин Дизель. И, пожалуйста, минута 2. Смотрите. Я выставляю игрока номер 9. Само собой, что пятерка. Я сейчас объясню. Само собой, что пятерка уже шериф. И окей, давайте пусть он попроверяет. Я предлагаю, можно его, в принципе, тогда и оставить. Но тогда я предлагаю увести того единственного игрока, который очень мощно поддержал лже-шерифа. И это был господин Дизель, который всеми руками взялся за фальшивого шерифа. И шестерка мне очень понравилась. Я играю. Дайте мне настоящий. Это логично. Пусть настоящий сидит. Лже-шерифа можно оставить тоже, пусть пока поиграться можно. Хотя вот я сейчас буду думать между 5 и 9 голосовать. Но надо однозначно одну из этих, это здесь однозначно из них кто-то мафия. У пятерки найдена вся мафия. 5 может уходить. Я буду голосовать тогда. 5, пятерка выставлена. И у вас встреча. Я буду голосовать за шерифа. Спасибо. И фолза. Переходим в зал суда и прекращаем жестикулировать. На голосование выставлены игроки. 8, 2, 5, 6, 9. Голосуются в порядке 8, 2, 5, 6, 9. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8? 0 голосов принято, спасибо. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? 3 голоса принято, спасибо. Уберите руки. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 5? 4 голоса принято, спасибо. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 6? Принято 1 голос. И игроку номер 9 уходит 0 голосов. Итак, игрок номер 5. Вас посчитали мафию, у вас минута. На самом деле я шериф 2 черный. И он сносится следующий. Спасибо вас. Спасибо. И город уходит. Ночь. Как же ж так, а, игрок номер один? Как так-то? Смотрите, я шериф, проверил тройку красной. Проверил восьмерку красной, подмигнул. Вот. Здесь гражданин вскрылся, ну, вскрылся. Значит, наверное, черный. Седьмой черный только за вас. Как бы я вас проверил красным, я вам доверяю. Вы говорите, седьмой черный, зашибись, седьмой черный. Тогда получается 5-7-1. Черные игроки, я сейчас не спроверил, она черная. Вот, потому что мне непонятно было, что она там сделала, зачем она у меня выкинула руку. Ну все, игра выиграна, вы сейчас единицу сносите, и все, и нормально. Правильно же? Чего? Единица сказала, что... 10 секунд. Что все? Что все? Что у нее все? У нее больше мафии нет за стол. Ну так хорошо. Если у нее мафии нет за стол, она же может встать, правильно? За столом осталось 6 игроков. Все они красные, все они мирные. Я в любви победу.